Начало отопительного сезона стартует 18 октября. Социальные объекты готовы на 100%. В сфере здравоохранения прессовку не прошло только Бюро судебной экспертизы. Среди управляющих компаний работы выполнены в полном объеме, кроме двух домов. Это Красноармейский 80, Энгельса 23. На прошлой неделе общались с директором подрядной организации. Он уверял, что начало отопительного сезона сорвано не будет. Там проводится капитальный ремонт, и он еще не завершен. Система теплоснабжения многоквартирных домов. Завтра мы выезжаем совместно с Теплоэнерго от управления ЖКХ «Я», плюс представители управляющих компаний и также приглашен подрядчик на место, на эти объекты, Красноармейский 80, Энгельса 23, чтобы уже с нашей стороны оценить действительно состояние, действительную ситуацию по этим капитальным ремонтам. Запуск отопления будет происходить в несколько этапов, поэтому азовчанам следует быть готовыми, что не у всех с самого утра в квартирах появится тепло. Процесс подключения котельных займет несколько дней. Ольга Усманова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо.